Всем большой привет! Рада видеть вас у себя на канале и приветствовать. Сегодня я вам покажу свои покупки из магазина Fix Price. Кое-что взяла из новенького, причем продуктовые новиночки. Буду пробовать в первый раз. Покупки у меня эти получились в два захода. Одни я сделала ранее, другие сделала буквально вчера. И только от вчерашних покупок у меня остался чек. Поэтому, если я чего-то не помню, что сколько стоит, то буду говорить примерно, по какой цене я их брала. Давайте я сразу начну показывать. У меня здесь половина покупок в рюкзаке, половина покупок в пакете, половина просто так лежит, поэтому мне надо сейчас все это в кучу собрать и наконец-то уже показать. А, ну и перед тем, как я начну вам показывать, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и, конечно, ставьте лайк, мне будет приятно. Давайте начнем с вот такого вот батончика. Это у нас фруктовая пастила. Раньше я такой Fix Price не видела, мне кажется, это новинка. Цена такой пастилы 18 рублей 30 копеек. Я пока что взяла на пробу одну штуку. В нашем магазине все вот эти вот пастилы были со вкусом персика, других вкусов не было. Здесь указан размер XXL, плюс 50%, не знаю, какие-то собачки нарисованы, видите? Интересная показалась мне пастилушка, и сейчас я хочу открыть и попробовать. И еще дам своей Даше, если она заценит, то я потом в будущем буду ее покупать. Перед тем, как его открыть, я решила посмотреть состав, потому что в магазине я его не смотрела. И состав здесь очень даже неплохой. Смотрите, здесь в составе всего лишь яблочное пюре, яблочный сок, персиковое пюре. Пектин, яблочные пищевые волокна, растительные экстракты цветов липы, листьев земляники и витаминный комплекс. И в скобочках здесь перечислены витамины. И все. Простейший состав. Давайте теперь будем открывать и пробовать. Упаковка очень легко и просто открывается. Здесь у нас получается три... Ай, у меня сломалось. А, не сломалось. Три квадратика, видите, и в каждой по три пластинки. Получается 3 на 3, 9 пластиночек. Вот так вот они выглядят. Они просто здесь... соединены между собой. Вот такие вот пастилушки. Давайте попробуем. Вкусные. Иди сюда попробуй, на. Сюда садись ко мне. На, пробуй. Ну чё, как, вкусно? Понравилось тебе? Будешь такие кушать? На еще. Я тебе сейчас все отдам. Иди там кушай, я тебе сейчас все отдам. Пастилушка, правда, вкусная, мне самой понравилась. Причем она не сильно сладкая, а в составе, кстати говоря, сахара даже и нету. И она в меру такая мягкая, прям вообще приятно, очень вкусная. Надо посмотреть, кстати, дату изготовления. Дата изготовления 13 сентября 2021 года. Так вот, месяц назад, даже меньше, чем месяц назад ее изготовили. Она очень свежая, она действительно свежая. Ой, вкусно, слушайте. Я пойду в Fix Price, обязательно их наберу. Возьму даже себе просто на перекус, буду носить в сумке. Реально вкусно, мне понравится. И Дашка тоже заценила. На, все можешь кушать. Все забирай. И напомню, цена всего 18 рублей. 18.30. Следующая за 55 рублей взяла вот такую вот упаковку кофе. Это растворимый кофе 3 в 1. Здесь 10 пакетиков, но это не новинка. Я такие уже брала. Стоят они 55 рублей, получается 5,50 один пакетик. Дешево, но кофе мне нравится. Действительно, мне такой кофе нравится. У них еще бывает, продается такой кофе в зеленой пачке с карамельным как бы вкусом. Я такой тоже люблю, но в этот раз такого не было. Поэтому взяла вот этот. Не знаю, мне нравится. Следующее уже не из продуктов. Я просто беру все, что мне в руки попадается. Это вот такая вот новинка, кстати говоря, как мне кажется. Потому что раньше я их тоже не видела. Вот такая вот игрушка-занимашка для малышей, для детей. Здесь возраст указан от 3 лет. Называется пластилиновая живопись для маленьких пальчиков. Цена 99 рублей. И здесь в упаковке идет пластилин. Несколько штучек, несколько цветов, которые рассчитаны на 3 картинки. В коллекции есть разные упаковки с разными картинками. Я взяла вот такую, которая мне понравилась. Из этой коллекции у нас в нашем магазине не все были представлены картинки. И вчера мы позанимались, мы сделали только одну картинку, вот такую вот птичку получилось у нас, смотрите, какая она прикольная. Дальше было действительно интересно, здесь нужно было и шарики катать из пластилина, потом эти шарики наклеивать на белые точки, их еще и размазывать, чтобы белые точки не были видны. На первый взгляд кажется, что такую картинку можно очень быстро и легко сделать, но дети маленькие, они же не как взрослые, да, они все это стараются, долго там делают. Она эту одну точку только минуты 3 точно лепила, наверное. В общем, я ее заняла буквально, ну, полчаса точно. Она сидела, занималась вот этой вот картинкой, если не больше. И сам результат ей понравился. Теперь мы его поставили, у нас он просто стоит. Еще у нас осталось две картинки, которые будем сегодня делать. И вот за 99 рублей действительно прикольная штука. У кого есть дети, обязательно возьмите. Я, скорее всего, возьму себе еще, уже с другими картинками, естественно.
Следующий из новинок, пока Даша там занята кушать, я быстренько покажу, потому что сейчас я не хочу эту штуку ей давать. Но обязательно я вам сниму, когда я ей дам, и покажу, как эта штука работает. Это вот такой вот штампик с наклейками. В Фикспрайсе они есть разных видов. Я взяла с дикими животными. Вот так вот он выглядит. Здесь на обороте представлены, какие именно наклейки входят в этот штампик. И, кстати говоря, здесь 100 наклеек, достаточно много. Такой штампик стоит 99 рублей. Я еще до конца не поняла, как им пользоваться. Еще указано, что здесь есть сменный блок наклеек внутри. Не знаю, короче, я еще не разобралась. Когда мы будем им пользоваться, я обязательно сниму и покажу, как он работает. Какие там наклейки, какие они по качеству, яркие, неяркие. В общем, пока что сейчас в упаковке непонятно. Обязательно сниму и вам покажу. Дальше, следующая вкусняшка, которую я тоже раньше не видела. Мне кажется, это новинка. Вот такие вот чипсы, которые называются чипсоны. Цена их была 16 рублей 60 копеек. Кстати говоря, эта цена была, по-моему, по карте FixPrice. А так они тоже стоили рублей 18. У меня они со вкусом краба. Но в нашем магазине только такие были. Других вкусов не было. Пахнет приятно. Вот так вот они выглядят в упаковке, смотрите. Сейчас заценим. Ой, вот так вот они выглядят, смотрите. Как маленькие крабики. Они все выглядят одинаково. Пробуем. Даша. Ну-ка. Вкусненько. Мне нравится тебе. Да. Нравится? Да. Правда вкусненькие. У них не так уж и много специй, как будто бы они не сильно соленые, не сильно такие приправленные специями. Но они вкусные. У них такой нежный вкус краба. Слушайте, мне прикалывает. За 16 рублей вообще прикольно. Едем дальше. Следующий я купила Дашке вот такой вот гуашь. По-моему, это тоже не новинка. Мне кажется, в Фикспрайсе они всегда есть. Цена такой гуаши 99 рублей. И я взяла, потому что мне понравилось то, что здесь есть серебряная и золотая краска. Вот, не во всех, да, по-моему, гуашах такое есть. Раньше я всегда брала акварельные краски. Гуашь я на самом деле взяла впервые. Здесь 12 цветов. Давайте я открою, покажу. Мне даже интересно, кстати, я еще не смотрела, как выглядит золотая серебряная краска. Вот в таких вот баночках все эти краски. Так, где у нас тут золотая, где серебряная? О, да. Сейчас я вам покажу. Вот они, золотые серебряные краски. Как они выглядят. Может быть, мне их намазать даже показать. Сводч вам даже сделаю гуаши. Золотая краска. И вот так выглядит серебряный. Но здесь я, конечно, понимаю, что не особо-то и видно. Но, в общем, мне они понравились. Будем пробовать ими рисовать. Так, следующее. Чтобы рисовать этой гуашью, я взяла вот такой вот набор кистей. Здесь в упаковке 5 штук. Не помню его цену, потому что я брала в прошлой своей покупке. По-моему, 55 рублей была цена. Или 77. Да, 55 или 77. Здесь все кисти разного размера, разной толщины, длины. И здесь прям указано, что это синтетика. И я, наоборот, такие хотела, чтобы они были не натуральные. Потому что я как-то брала для рисования кисти натуральные. С белки, по-моему, я брала. Мне натуральная кисть не понравилась. Она лезет, она плохо рисует. Вообще, не знаю, для маленьких детей, мне кажется, не стоит брать натуральные. Возможно, я ошибаюсь. Но по нашему опыту получилось так, что натуральные нам не подходят. Вот, поэтому я очень рада, что в Фикспрайсе были вот такие вот синтетические кисти. Взяли, будем рисовать. Еще, по-моему, это новинка. Взяла вот такой вот альбом для рисования. Конечно же, на чем же мы будем рисовать, если мы взяли кисти и гуаши. Альбом мне понравился тем, что он, во-первых, здесь на пружине. Удобно будет вот так вот открывать. Можно вот так вот его свернуть, как бы, да. Ну, удобно, есть удобно, что ты скажешь. И плюс еще мне понравилось, что здесь есть небольшой такой пунктир. Возможно, здесь сейчас не видно, но я постараюсь снять поближе. В общем, это листы отрывные, можно отрывать прямо вот по этим пунктирам, насколько я понимаю, да? Да. Хотя его и так просто от пружины можно оторвать, но чтобы было ровненько, можно по этим пунктирам. В общем, альбомчик прикольный, листы здесь достаточно плотные. Я взяла с такой вот расцветкой. Конечно же, в магазине FixPrice было куча, просто куча, много разных расцветок. Я уже даже сильно не выбирала. Здесь указано, что 48 листов в этом альбоме. И еще здесь написано, что микроперфорация, как раз таки вот эти вот линии, которые я вам говорила,
Для аккуратного отрывания листов, да. Цену не помню, но почему-то мне кажется, что он стоит 77 рублей. Возможно, я ошибаюсь, но я зашла на сайт FixPrice, и там таких альбомов я не нашла. Были какие-то другие альбомы по 55 рублей, а таких альбомов не было. Но мне прям почему-то кажется, что он 77 рублей стоит. И последнее, кое-что из вкусняшки, из новинки, что я сейчас буду пробовать, взяла за 55 рублей вот такие вот финики. Никогда раньше в FixPrice я такие не видела. Здесь есть специальный такой ярлычок, который можно отрывать. Аккуратно достаточно отрывается. Пакетик здесь, zip-пакет, можно потом застегнуть. Я вот так попробовала, они там внутри мне показались мягкими, но сейчас мы, конечно же, откроем и посмотрим, какие они есть на самом деле. А вообще я финики люблю. Вот так вот это все выглядит в упаковке. Пока что ничего, если честно, непонятно. Надо вытащить несколько штучек, чтобы получше их рассмотреть. Ой, они такие влажные. Они прям очень влажные. Вот так вот выглядит финик. Мягкий. Правда мягкий. Сладкий. Вкусный. Косточка. Косточка легко убирается. Я довольна. Ну-ка. Дату изготовления сейчас посмотрим. Изготовлено 24 сентября 2021 года. Представляете, сегодня у нас получается 5 октября. Вот буквально 10 дней назад. А срок годности у них 2 года. До 24 сентября 2023 года. Свежие, правда, вкусные. Я буду брать такие еще, потому что финики я люблю. Мне они понравились. Здесь в упаковке идет 200 грамм. Не знаю, видно, нет? Прям рекомендую, кто любит финики, вам понравится. Пока они свежие, пока вот только их завезли. Нужно, конечно, брать и пробовать. Угу. И на этом я буду заканчивать, буду с вами прощаться. Надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях свое мнение. Пишите, если вы пробовали тоже финики, пастилу, эти чипсоны. Потому что я вкусняшками вообще довольна, особенно пастилой. Прям обязательно возьму себе еще побольше, буду дальше давать, буду с собой носить. И в качестве перекуса вместо каких-то батончиков и шоколадок, я думаю, это будет полезнее. И, возможно, даже вкуснее. Все, увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока!